то дежурит, то... Вот самая старая сестра Полина Кельтона Шишканова. На фото пока еще небольшой состав медсестер только появившегося оперблока при больнице скорой медицинской помощи Барнаула. Образован он 1 февраля 1983 года. Такой небольшой исторический экскурс нам провела Татьяна Костенко, первая заведующая этим отделением. Врач добавила, за 48 лет своей практики бок о бок трудилась с медсестрами, вклад которых в развитие хирургии неоценим и по сей день. Нередко от работы операционных медсестер зависит исход операции. Они, ну, как говорили, были правой рукой хирурга, потому что нередко они были ассистентами во время операции, потому что хирургических рук тоже не хватало. Нередко они, когда стояли с молодыми докторами, а сестры уж все были опытные, они им подсказывали, хирургам молодым, и учили. А впереди мощный технологический скачок. За 40 лет работы оперблок разросся и стал сердцем лечебного учреждения, рассказывают врачи. Именно здесь начинают свой рабочий день хирурги практически всех отделений. 14 операционных, 13 перевязочных, 2 абортария, 3 гипсовых, стерилизационная и большой штат работников из 115 человек. Все и все должны работать слаженно. В каждом корпусе есть операционные, и они объединены в единый коллектив, который, если где-то случается что-то, какой-то ЧП, взаимозаменяем. И эта цель была, чтобы возможность операционной работать в круглосуточном режиме и взаимозаменяемостью. Экстренность и оперативность – главное в работе. 14 тысяч операций и 47 тысяч перевязок только за прошедший год. И такой темп работы врачи держат ежедневно. Минимум от 5 до 20 операций, 25 за сутки. Можно сказать, вереница больных нас подстегивает к тому, что мы перестраиваем свою работу. И круглосуточный, вот именно цитовый режим, экстренный режим, он сейчас имеет место быть. И поэтому ночью у нас дежурит от 10 до 12 операционных сестер, плюс 2 перевязочные сестры. Сейчас в каждой палате проходят плановые операции – травматологические и нейрохирургические. И врачи надеются, что среди них будет как можно меньше экстренных. Мария Мацаев, Александр Антропов. День с толком.